Приветствую, друзья, на очередной распаковочке. Сегодня мы будем смотреть скраб для тела, зеленый чай матча. Такая вот упаковочка, достаточно тяжелая. Весит она 250 грамм. Давайте мы ее вскроем, посмотрим, что же там внутри. Такая вот у нас матовая упаковочка. Описание. Сухой скраб эксфолиант для тела с мягкими гранулами зеленого чая матча. Создан для того, чтобы сделать вашу кожу более эластичной и увлажненной. Матча впитывает излишки жира, эффективно удаляет ороговевшие частицы кожи, активизирует природный механизм обновления клеток кожи и освежает ее. Скраб насыщен натуральными маслами и питательными компонентами, которые бережно обогащают веществами кожу и увлажняют. Фитоэкстракты устраняют раздражение и шелушение, уменьшают появление прыщей и черных точек, глубоко очищают поры, придают коже особую мягкость, нежность и эластичность. Большое количество абразивных частиц предназначено для массажа и улучшения кровообращения. Рекомендуется для использования всех типов кожи, как женщинам, так и мужчинам. Характеристики. Активные компоненты. Порошок матча, зеленый чай, кокосовое масло, масло авокадо и другие. Объем 250 мл. Используются безопасные материалы для здоровья. Веган. Так, посмотрим, как оно открывается. Вот здесь у нас тоже написано от производителя. Внутри у нас пластиковый флакончик. Друзья, запах просто потрясающий, честно вам скажу. Прям такое ощущение, как будто реально чай. Консистенция очень похожа, знаете, такой песок. Прям вот песок-песок. Насколько видите, вот частички. Он такой достаточно суховатый, но при этом все-таки вот, ну, влажненький тоже. Достаточно. Там попробуем, будет видно, как это все работает. Что ж, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.